Всем приветики. Сегодня у меня не включился компьютер, и, как оказалось, проблема была в видеокарте. Получается, я включаю компьютер, он запускается, но на экране ничего не показывается. У меня есть вот окошко отладки, кстати, крутая штука, А0. Вот когда компьютер работает, горит А0. И тут оно включилось, уже горит А0. Ну, там идут всякие буковки, циферки, которая показывает состояние включения, и оно А0, то есть включено, а на экране ничего. Я сначала испугался, думал, может, материнка опять. Вот. Но А0 типа уже работает, но на экране ничего. Я думаю, раз ничего, может, видюха. В итоге вытащил видюху. Хорошо, что в процессоре есть встроенная, если бы не было нечем, некуда было бы переключиться. А так я от монитора провод отсоединил от этой видюхи, подсоединил к встроенной, которая на материнке. Ну, а это вытянул, и все, и включилось. И хорошо, что когда-то установил драйвера для встроенного видео. То есть вот они драйвера, и они для встроенной графики. Если бы их не было, соответственно, такое бы окошко сейчас не загорелось. Но, кстати, очень скудный набор настроек здесь. Сейчас вот покажу. Получается, дисплей. Потом 3D. Ну и все. Видео. Цветокоррекция. Ну и, в принципе, все. А здесь горячие клавиши. Короче, очень скудный набор настроек. То есть нельзя, как в этой видюхе, например, FPS ограничить всем играм. Ну а это, похоже, уже все. Но оно у меня работает с 2014 года. Вообще полностью. Сейчас все вот это вот с 2014 года работает. То есть, а уже 23-й, значит, прошло сколько? Ну, лет 8, грубо говоря. Ну, то сколько там, 14-15-й. Ну, лет 8 прошло. То есть, короче, для техники 8 лет — это большой срок. Наверное, потихонечку начинает уже портиться. Скорее всего, надо будет новый компьютер собирать. Это где-то $3000 на материнку, процессор, охлаждение, оперативку и видеокарту. Все вместе $3000. Ну, что делать, если этот уже начинает, как бы... Да, жалко, конечно. Я бы хотел, чтобы он вечно работал. Ну, вот такая вот видюшка. Видимо, уже все. Ну, долго отработало, конечно. Так что, если у вас тоже есть встроенное, то лучше, чтобы оно было включено и для нее все было установлено. Кстати, я, по-моему, в BIOS отключал. Там есть функция «Отключить встроенное видео». И думал, сейчас, наверное, не получится включить, потому что я в BIOS отключал встроенное видео. И сейчас не будет работать. И жалел об этом. Потому что если оно выключено, ну, оно, получается, не работает. А чтобы в BIOS зайти, нужно, чтобы монитор работал. А монитор не работает, потому что видюха сломалась. Но, оказывается, нет. Когда отключаешь вот эту отдельную видюху, то, получается, встроенное само включается. Потому что я помню, что я в BIOS'е отключал встроенное видео, чтобы не работало... Ну, чтобы слот просто так не работал. Зачем встроенное видео будет работать, если у меня видюха стоит? Чтобы, ну, то есть, чтобы он лишние ресурсы там на себя не тянул, этот слот. Ну, чтобы лишний раз, ну, короче, не напрягался комп там с этим видео встроенным. Я его отключил. И сейчас думал, жалко, что я отключил. Как я теперь проверю? Ну нет, когда достал вот эту штуку, оно, получается, само включилось и заработало. Я даже обрадовался, что вот так вот. Так что, такая вот история. Так что, если вы включаете комп, и у вас он выглядит так, как будто все работает на черный экран, значит, это видюха. Хотя, может быть, даже дело не в видюхе, может, она работает, а в слоте на материнке. Может быть, на материнке слот сгорел под видюху. И поэтому ничего не отображается. То есть видюха работает, но слот не работает. Ну, короче, это надо еще проверять. Это надо на другом компе проверить видюху. Если она заработает, значит слот. А если не заработает на другом компе, значит видюха. Вот. Такие вот делишки. Ну, а на этом все. Всем покедова.